They were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire. And the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time. You don't see that. Thank you.
Некоторые рыбы имеют специальные электрические органы, способные накапливать напряжение в десятки и сотни вольт.
Oh,
Некоторые рыбы имеют специальные электрические органы, способные накапливать напряжение в десятки и сотни вольт. Большинство рыб не имеет специальных электрических органов. Тем не менее, электрические разряды, излучаемые обычными рыбами, имеют биологическое значение. Например, речной сом при испуге излучает разряды. Thank you.
Во время ночной охоты электрический сон, излучая биоэлектрические разряды, в крестных водоемах Африки обитает гипоталамус. Ночной охоты электрический сон, излучая биоэлектрические разряды. В мутных пресных водоемах Африки обитает рыбка гнатонемус.